Стрельба на окраине Донецка. Несколько часов назад вооруженные ополченцы блокировали пансионат «Шахтерские зори» в Буденновском районе. По данным пресс-службы Восточного командования внутренних войск, в санатории находились бойцы одного из недавно сформированных спецбатальонов. По информации областной милиции, расквартированные в пансионате солдаты прибыли из Кировограда для усиления охраны порядка в эти выходные дни. Ополченцы Донецкой Народной Республики пришли к санаторию и требовали, чтобы бойцы покинули город. Предупредительная стрельба велась с обеих сторон. Сейчас выстрелов не слышно. По нашим данным, спецбатальон покинул пансионат, и ополченцы разошлись.